Мы в городе Ишиме. Утро, 7:00 утра местного времени. Ищем владыку. Говорят, он молится в храме. Богоявленский собор. Огромный собор. Сейчас я снимаю. Ну, я не знаю. Ты, ну, можешь валика снять. Снимай. Брат Николай завел машину. Сейчас едем, владыке благословимся. Он Богоявленский собор города Ишим. Огромный собор. Поехали. Я там закрою ворота. Наша газель путь белая, но она маленько покрасилась дорогой. Т-783ТР. Регион 22. Слава Богу за все. Аллилуйя. Утро, 28 мая 2014 год. Богоявленский собор города Ишим. Мы здесь ночевали. Слава Богу за все. Владыка Евтихий нас благословил на благое дело. Вот выезжает наша газелька, брат Николай Кручина за рулем, Игнат Тихонович сзади, с верным другом Ураганом. Мы хотим покорить еще пол Европы Словом Божиим. В прошлом году не доделали это благое дело. У нас с Курочкин был 14 лет почти полных нашим епископом. Мы очень хорошо знаем. Чуть-чуть меня. Ага, нас Господь просто наградил им. Человек бедный. Бедность во Христе именно. Ради него он это оставил. Когда сегодня спрашивают, есть ли такой епископ, который не делает поборы, когда объезжает со своей святой епархией, я им показываю, они говорят, а мы даже и не знали, что такой епископ есть. Он был домодедовским у патриарха Кирилла. Вот после акта о каноническом признании. Сегодня вот у нас 28 мая 2014 года. Мы приехали уже в 3:00 ночи, сейчас 6:00, и мы срочно торопимся, потому что нам нужно попасть в английское посольство, где застряли наши паспорта. Положенный 3 недели срок истек, нынче большой наплыв якобы, и, видимо, они там глядят, что нам все-таки виза-то в Англии с 10 числа, и поэтому они их отложили. Другие там позже нас подали, они получили. Ну, тут они, говорят, музыку заказывают, а препятствовать нам приходится. И дальше что будет, мы не знаем, потому что паспортов нету, а там шенгенская виза уже открыта.
и все задержишь. Вот, хорошо, кто вас благословил на благовестие? Я все владыке рассказал, наш маршрут и все, все благословил. Он уже трудится здесь. Я пришел, я потерял его долго искал. Он в храме стоит, молится. Он прошел утром, я благословился у него. Все, мы сейчас садимся и... Вчера мы прошли больше 1000 километров. Вот этот маршрут надо держать. 1300. 1300. Ну, заходит вот наш ураганщик. Он в прошлом году был чемпион Сибири, а нынче он чемпион России поехал. Защитная караульная служба и общая подготовка. Слава Христу. Просим всех благословения и добрых пожеланий нам. Николай Павлович Кручинин. Без него поездка не состоялась бы. Вот так вот. Деньги забрали. 28 мая 2014 год. Остановились на завтрак. По направлению к Кургану едем. До Кургана 200 с лишним километров. Были в Ишиме, ночевали в Ладыке и в Тихие. Вот она наша газелька. А здесь трасса. Машины едут. Это по направлению к Ишиму едут машины. Вот она западно-сибирская равнина. Примерно 2,5 миллиона квадратных километров. Гигантская равнина. Христос воскрес! Воистину воскрес! Завтра вознесение Христово! Аллилуйя! Второй день пути! Второй день пути! Холодно! Да, ветер. Татьяна, старшая сестра, приехала и забыла в Потеряевке. Я ей привез, говорит, а твое? Наверное. Я говорю, я реквизирую на путешествие. Она тепленькая. Ну что, давайте, там уже стол он даже есть. Ну туда мы не пойдем. Давайте, вытаскивайте. Что у нас есть сегодня? Среда, постный день. Вот мы сейчас подъезжали из Ишима. Какая вот остановка-то? Бердюжье. Бердюжье. Ой-ой-ой, дороги. Вообще дороги нету. И один там маленько съехал, вез машины. Теперь все машины разгрузил он, машины легковые. И как его вытащить-то неизвестно. Сколько мы ехали там? Больше часа, наверное. Нет. Ну, около часа, наверное, минут да? 40. Минут 40. Ну, вообще ужасно. Сколько километров примерно? 20. А? 20. 20 километров? Да. Ужасно. Ну, лучше, чем Сковородино Амурской области. Как Сковородино Амурской области в прошлом году не видал нигде. Вот так асфальт, и вот так яма, глубиной там может быть сантиметров 20. Яма, яма, яма. Ну, пешком идти намного быстрее. Не проехать еще нельзя. Город прям на развал. Оказалось, это богатейшие перерабатывающие нефтезаводы там стоят. И составы с цистернами. Нам подсказали тогда, дорога какая-то есть там, другая. Ну, мы по ней поехали. Это для меня бизнесмен. Как поступать?